Смысл в нападении на арабский автобус, равно как и смысл еврейского террора вообще, как сегодня, так и в другие времена, контртеррор. Вселить страх в сердца населения, которое знает арабских террористов и прячет их. Научить их, что пока существует арабский терроризм, вы тоже будете страдать, в надежде, что они выдадут их. В этом смысл контртеррора. И я снова заявляю, что в этом нет нужды. Если бы правительство Израиля заняло более жесткую позицию против арабов, в этом никогда не возникла бы нужда. Все, кто живет в Израиле, знают разницу между сегодняшним поведением арабов и поведением 10-15 лет назад. После шестидневной войны арабы ходили в страхе. Они боялись евреев. Но когда они увидели, что все не так страшно, тогда они начали свой террор.